Всем привет. Ну, значит, парни, девки собрались на природе. Отдыхают там, шашлыки, машлыки, короче. И один паренек стоит такой-то в уголку там. И какой-то такой, не такой, ну, как тюфяк. Одна девка к нему подходит. Слушай, говорит, такое, говорит, ощущение, что как будто бы ты девственник. Да, говорит, я девственник. Она, да как так, тебе же 35 лет. Ну, вот мне мама раньше в детстве сказала, что у вас там вот между ног там зубы есть. И вот с тех пор я боюсь. Вдруг меня там что-нибудь укусит. Да ты что, говорит, дурак, что ли? На, смотри, платье задирает, трусы снимает. Он тут вот так заглядывает, так смотрит. О, и правда зубов нету. А десна-то в каком плохом состоянии? Ой, каком в плохом. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.